Дорогие соотечественники, с прискорбием должен сообщить вам, что на днях страна потеряла замечательного исследователя, блестящего аналитика, экономиста Божьей милостью, человека, который весил в нашей науке намного более, чем те титулы, которыми он обладал. Я имею в виду висариона Чешуева. Две великие вещи сделал этот человек. Первое, он проанализировал работу Международного валютного фонда. Это был титанический труд. В десятках стран он проанализировал все с дотошностью, с глубиной аналитика. Он показал, что везде где происходит кредитование, везде, где вторгается Международный валютный фонд, везде в этих странах с экономиками, с их политическими устоями происходят странные вещи. А вот второе, что он сделал, это воистину титанический труд. Он опубликовал доклад, над которым работал последние годы. Он показал, что речь идет не просто о том, что у нас в стране кто-то что-то ворует, и особенно вот эта история пресловутого миллиарда. Он показал другое. Он показал, как планомерно из года в год, из месяца в месяц разрушалась система, которая, отвечала за нашу экономическую и финансовую безопасность. Виссарион Чешуев в последней передаче программы ⁇ Позиция ⁇ кто бы мог подумать, что так случится, он оставил нам свое завещание, завещание предупреждения. Он сказал, дело не в том, украли, не украли, вернут, не вернут. Он показал, что самое страшное в том, что была создана политика, экономическая система. И такой казус может повториться по-разному, в других масштабах, но система создана. Песарьон Чешуев был прекрасным, отличным, я не побоюсь этого слова, мужиком. Его пытались прессовать в застенках. Крутые ребята. А он устоял. Он заставил их уважать себя. Он свято верил в справедливость, в ее торжество. Он свято верил, что есть законы, которые нельзя нарушать никому. Законы человеческие и божеские. Мы сегодня повторим эту прощальную, как оказалось, передачу с Виссарионом Чешуевым, Железным Виссарионом, человека несгибаемой воли, изумительной порядочности, глубокого исследователя, который предупреждал нас, люди, будьте Бдительные. Я любил вас, Виссарион Чешуев. Дорогие соотечественники, сегодня мы с вами поговорим на тему, которая, казалось бы, ну, всем уже набила оскомину. Но набила она, не набила эта тема, но она достает нас всех и достает каждый день. И во многом то, как мы живем, определяется этой темой. Перед тем, как раскрыть содержание или хотя бы название этой темы, я расскажу маленькую историю. Где-то в одной чудесной стране, на неведомой планете, мужики решили собрать 30 тонн золота. И вот они копали, там промывали его, таскали по граммику, по, по всякому, и наконец они эту это 30 тонн золота собрали. Собрали и где? Естественно, на складе. Через какое-то время начались чудесные дела. Складовщики решили, что как-то слишком много этого золота тут, да как-то может прорядить его. И решили сделать следующее. Они решили поджечь склад. Склад сгорел, а золото испарилось. И когда мужики пришли Прочитать и чесать с затылки. Мол, что случилось? Дети, 30 тонн золота? Куда оно испарилось? А им сказали, чудные дела твои, Господи, ребята, чтобы восстановить, есть один единственный способ. Идите снова, намывайте это золото по крупицам день за днем и стаскивайте снова вот этот самый амбар, мы построим новый склад, еще лучше, еще пуще прежнего. История, которая случилась на этой далекой планете, в этой странной стране, может показаться совершенно идиотской. Вот для того, чтобы э, вам так не казалось, и чтобы эта странная цифра в 30 тонн золота чем-то напоминает 30 серебряников, которым продали Иисуса Христа, мы пригласили себя человека, который очень хорошо разбирается в этом самом золоте, в этих самых финансах, я имею в виду Виссариона Чешуева. Это замечательный, блестящий исследователь-экономист. И вот он подобрался к теме, о которой мы сейчас с вами вы догадываетесь уже, о чем мы будем говорить, с точки зрения политэконома. Не просто политика, не просто экономиста, и не просто специалиста по всяким э, детективным жанрам, а именно с точки зрения науки политэкономики. Он произвел фундаментальный анализ, опубликовал этот доклад, Наш уважаемый коллега, можно гордиться таким соотечественником, замечательный экономист, повторяю, Виссарион Чешуев, на портале e-news.md. Запомните, доклад очень консистентный, очень научно-методологически обоснованный, фактически просто невероятный материал, и невероятная подача и выводы. Итак, у нас в гостях Виссарион Чешуев, который подтвердит, что вот эта цифра 30 тонн золота, можете себе представить эту сумму, эту массу, 30 тонн золота, 30 тысяч килограмм золота. О чем идет речь, Виссарион? Приветствуем тебя в нашей студии. Добрый вечер. Потому что люди обычно, когда говорят там какие-то суммы в миллионах, миллиардах, а тут вот конкретно 30 тысяч килограмм золота. Это что за сумма? О чем я говорил? Вы говорили о том о сумме в леях адекватной 30 тонн золота, которая э, была в виде так называемых экстренных кредитов, выдано в ноябре 2014 года Банка де экономии. Якобы... То есть так. это им валютные резервы, наверное, ты не Других нет, других сум а -а -а. нет. Леевых а -а -а. резервов нет. А -а -а. а -а -а. Понятно. Национального банка. Но в эквиваленте на валюту в эквиваленте, и золото... да. была простая схема. А -а -а. То есть еще раз, 30... Тысяч килограмм золота, это на тот курс, на то время, это мировая цена. Золота. Мировая цена. Да, это реально что да. вывели из страны, и это безотбойно. Называется это экстренное кредитование, официальные там Драгуцану, Лянку и прочее говорили. Но всякое кредитование ведет к увеличению денежной массы в, в экономике. Но увеличение денежной массовой экономики не произошло, наоборот, уменьшилось. Опа! Да, было у нас в обороте 17 миллиардов лей, стало 15, 14 в 15 году. Угу. Это чистая наличка, вот деньги, плюс депозиты, плюс депозиты до востребования. Если перейти на язык простого обывателя. Простого обывателя, то есть вот для экономики, для того, чтобы она работала, для того, чтобы все операции, товарообмен происходил, нужна определенная денежная масса. Когда товаров слишком много, денег мало, нужно провести эмиссию для того, чтобы не обесценить товар и не переоценить валюту. Значит, действительно, тогда у нас в первом полугодии кредитование экономики увеличилось на 10%. И особенно в 2014 году. И особенного потребности в денежной эмиссии не было. Но они осуществили ее с целью вывода в резервов этих 30 тонн золота адекватных. Это вагон золота для того, чтобы люди себе представляли. И вот 5 мая 2015 года газета «Нью-Йорк Таймс» сказала, что это невиданная, уникальная, беспрецедентная в мировой, в истории экономики истории цивилизации ограбление государственных <как> имуществ. Можно, опять я же завершу мысль, да, просто чтобы я... вы, что вы понимали, что это такое. Был такой случай: ограбили почтовый вагон в 70-х 70 годов в Англии. Но там всего 2 или 3 тонны золота украли. Это был самый выдающийся такой, потому что ворует, может быть, больше на земном шаре. Но, но, но воруют но ворует участников. Здесь украдено у государства без наказа и беспрепятственно и при содействии государственных чинов по-другому не может быть, потому что э, мы вот поговорим в дальнейшем о этапах, как это готовилось. Это многоуровневая была, многосложная, продуманная. Не сразу пришла эта а у них идея. А можно это назвать операцией? То есть с четким операция. планом, уст... с финалом, Через... с привлечением абсолютно кого да. надо, когда надо абсолютно, и так далее. А, абсолютно 100%. Давай мы сначала сейчас, как ни странно, подойдем с конца. Давайте. Вот почему вот столько шума, столько трескотни в парламенте, около парламенте, на улицах, там народ там, собственно, это подорвало стабильность. Вот люди, которые пошли чуть там опять парламент не пожги, слава богу, пронесло. Ведь это же Считайте, на 90% было из-за вот этого казуса, из этого случая. Это в основном воспламенило массу. Безусловно. Правда? Да. Вот. И воспламенило это массу просто... ухудшения ситуации, да. которая была следствием этого. Да. Хотя, хотя официальные лица дезинформировали систематически mm. в течение 3-4 лет о истинных причинах и истинных мотивах, истинных последствиях этого. Помните, говорил Илупу. Да ничего страшного не произошло. Из одного кармана поставили в другой. Помните, говорили там другие, да ничего страшного не произошло, э, э, интересы государства не пострадали, э, в Беме сколько было акций, столько осталось. а то, что 30 миллионов долларов государство потеряло только на обесценивании искусственной манипуляции с ценой на акции Банка Деэкономии, для чего они это делали? Чтобы создать видимость, я такую Видимость mm -hmm. малоценности этого объекта для государства. Банка декорации. То есть ты начинаешь говорить о том. Это я с конца, да. То, э, угу, ты начинаешь говорить о том. То есть, с кем, если вот как я до трех ночи читал твой доклад, и еще утром там э, сидел, разбирался в нем, а доклад э, рекомендую всем дорогим соотечественникам. Повторяю, Е Ньюс НД. Доклад Чешуева политэкономический, серьезнейший доклад, обязательно прочитайте, кто хочет знать детали. Так вот, что я вынес из этого, Виссарион, старые друзья, вот Виктор да. Виссарион, э, из вот этого доклада. Я понял так, что сначала, опять же, я как обыватель сейчас говорю, да. Хотя я кое-что понимаю и в мировой экономике, и лекции читал. Но я в данном случае на стороне телезрителя. Да? И все время надо думать о том, что да. будут читать нормальные люди, люди пиши языком, да, чтобы они поняли. И Да, чтобы они поняли. И вот, что я понял, замечательный был вот этот самый банк экономии. Он один в полтора раза был мощнее, как ты пишешь, всех остальных банков страны. Ну, по, по, возможно, все по было по инфраструктуре своей. Да, до всех этих фокусов. Все шло более-менее нормально, где-то плюсы где-то минус, но стабильно все было хорошо. Потом вдруг ребята начали этот банк опускать. И это мне напоминает, как у нас вообще все госпредприятия, помнишь? Вот завод убыточный, там все это нет. Более того, Его... сейчас у нас, Калмык, говорит, мы все государственное и муниципальное имущество приватизируем. Он что, и армию будет приватизировать, и предприятия, которые обслуживают армию. Вот и медицину телеком, образование уже да, да, Пытается приводит. Ну, приватизировали а -а -а. уже. Уже имеем 35 а -а -а. тысяч беспризорников. Уже у нас. Э вы представляете, что в 4 раза увеличилось за 4 года число, эм, увеличилась разница между умершими и родившимися. До 2009 года она всегда была положительной, был прирост. Mm -hmm. Сейчас он отрицательный, потому что сокращаются средства на медицину, потому что украли миллиард. И бюджет сейчас тратит гигантские деньги на то, чтобы восполнить покрыть э, э, эти долги они коммерческих сейчас, они предприятий, стариков, там детей, там даже коллег, о это. них никто не. Думал. Это только разговор, Поэтому, что Поэтому, когда дают Мариан деньги. сказал, что вот ничего страшного, да. деньги перешли с одного кармана да. в другой. Вопрос из чего кармана и да. в чей. Вот именно. Это правильно. Если говорить с конца. Mm -hmm. Понимаете, действительно, такая операция была бы невозможна без существования организованной группы лиц из высших эшенола власти. Невозможно было. Задействовано было десятки людей, которые знали или не знали об истинных целях и об истинном конечной вот задачи организаторов. Даже если не все рядовые догадывались, да. но ну, вер... не могли знать. Но верхушка все. знала. Но 3-4 человека да. не более да. могли это знать. Я подозреваю, что даже сам Лянка не ведал, что творил. У меня тоже такое впечатление, да. что этот он сам парень... не понимал, что он делает, когда он подписал гарантию правительства, принял постановление в в сентябре 2014 года о предоставлении гарантии ввиду опасности финансового кризиса. Я... Вот этот момент... Вот только Габуриш, парень не глупый, он менеджер неплохой, в отличие от Лянки. Лянка не менеджер, а Габуриш, он понял, куда он вляпался, и тут же, как говорится, с божьей помощью куда-то в Азербайджан... Но ответственности он не уйдет. От ответственности он не уйдет. Понимаете, в чем да, дело? Доклянка ушел, что ему не это Подождите, это же не имеет сроков давности. Это шутите? мы так думаем, они думают что-то по-другому. что Я вам говорю, такие вещи зря не проходят. Я говорил это в июле 2015 -го года в одной из передач. Говорю и сейчас. Такие вещи зря не проходят. Потому что посмотрите, что произошло. Ведь мало... Ладно, хорошо, мы потеряли 30 тонн золота, чистых денег из ресурсов Национального банка. Мы потеряли 13 миллиардов активов Банка Деэкономии. Государство в результате вот этого рейдерского захвата в результате того, что был захвачен контрольный пакет акций в сентябре в августе 2013 года получила ноль компенсаций в леях и ноль компенсаций в долларах. Подожди, получается, что тут двойное ограбление? Тройное. Еще от девальвации лея полтора миллиарда долларов. То есть ребята хапнули этот банк на раз, Дальше они ограбили этот банк. Они взяли кредиты, которые не возвращают. Еще девальвация а теперь все должны это возмещать. А теперь должны возмещать бюджет. А, вот, ну, я думаю, что Нью-Йорк Таймс, когда это, это опубликовало... Он понимал, что пишет. Э, эти ребята грамотные, они догад... Но я думаю, что они не догадывались о том, что это было вот такое даже четвертное ограбление. Это ну, даже им вряд но, ли понимаете, там-то люди опытные, Кстати, которые а прожили. Кто, подожди, а кто предложил, вот, что эти банки закрыть? То есть... Взяли, Выжили и выбросили. Помнишь, Туск, ты пишешь, кричал об да, этом, Топиола, топиола Но кричал. первым сказал Габурич ага. в мае 2015 года. Его немедленно поддержал Драгуцану, который за месяц до этого угу. говорили, нужна экстренные кредиты, чтобы спасти эти банки. А, вопли были. В, да, а вы... потом вдруг надо в... закрывать. Надо закрывать. А, когда, выжили. когда выжили, надо закрывать. Угу когда они выполнили свою задачу по использованию инфраструктуры банка для вывода денег за границу. Это была задача. Ведь задача была какая? Сначала проникнуть в руководство Банка Дейкономей, то есть выдавить оттуда государство с его 56%. Что лет, и было сделано. Что и было сделано в результате предательства. И лицо известно, Барбаниагра, замминистра финансов, который, не имея полномочий от Агентства по управлению публичной собственности, подписал то есть отказ. подпись одного человека. Да. И кроме того, но есть еще один нюанс. Это такое одно из предательств было, второе или третье. Но самое главное предательство, когда э, государственных интересов, когда народу сообщили, что есть некий протокол номер два. Священских мудрецов. Да да да, 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 да. Протокол номер два комитета по финансовой стабильности, в, из которого следует, что Молдове грозит опасность системного финансового кризиса. А то стали Пургу нагнетать. Но понимаете, в чем а, дело? Понял. Подобные документы так. должны быть юридически состоятельны. Так. Для таких случаев... Тот же лянка в законе, который он провел в мае 2014 -го года под ответственность правительства, написано, написано что должен быть авторитет национала Пенту регламентария кризилорфинанчаря, национальный орган по регулированию, по предотвращению опасности финансовых кризисов. То есть это должна быть структурная единица правительства. Uh -huh. Это должна быть юридически состоятельная э э организация. У нее должна быть, быть ее какой-то состав. То есть волну подняли? Нет, понимаете как? Они а сделали што? подлог. А что Они в... сделали прямой так я подлог. понял. Это волна кажущаяся. Это помнишь, как кричат? Ой, пожар. Они ой, сначала тот, да, правильно задумали да? все в мае. Так. А потом, видимо, решили, да что мы будем создавать этот орган? Нафига он, На фиг он нужен. нужен? Давай вот комитет по финансовой стабильности. Да. И не поняли, что комитет по финансовой стабильности это общественная организация. Она не входит в структуру правительства. Она носит рекомендательный, uh -huh. консультативный характер. Ее документы, бумажки ее это ничего. Представьте себе, я приду в Национальный банк так. и покажу подпись там, министра сельского хозяйства, министра финансов, uh -huh. министра этого, и скажу: дай мне кредит в 10 миллиардов. Вот они говорят, что я достоин. Что вы скажете, что с ума сошел? Ты откуда? С Был да, В шестую палату, немедленно. А тут вот шесть человек подписали, якобы опасность финансового кризиса. Но самое главное другое, эти документы не опубликованы. Ни протокол номер два, по которому Лялька выдал 9,5 миллиардов, ни протокол номер три этого же комитета. То есть, что было принято как обоснование, оказалось липой. Оно не существует. Ага. Это полный подлог. А они говорят: вот исходят. Вот исходя, там, вот, исходя там, из да, того, да, что они что-то да. сказали. А что они сказали? Покажите. Где опубликовано? Ага. Какие аргументы, какие основания. Ведь я хочу, чтобы телезрители четко понимали, так. где произошла подлог. Во-первых, что такое финансовый кризис? Первое прекращение платежеспособности всех финансовых институтов государства: Министерства финансов, Национального банка, коммерческих банков прекращение платежеспособности, прекращение это или... признаки это признаки да это прекращение платежей между экономическими агентами в коммерческих банках, потому что это прекращение выполнения обязательств перед своими зарубежными партнерами. Как Министерство финансов по своим облигациям на международном рынке, по своим кредитам, которые имеет, надо платить каждый месяц, обслуживать до бенду платить проценты, так и по, по э, коммерческих банков, имеет кредитные линии у зарубежных банков. Это полное прекращение всего. Это галопирующая инфляция. Это, То есть это серьезнейшее основание. Это серьезнейшее, серьезнейшее состояние. Что а где, на, тот момент, а что на было? тот момент что было? 490 миллионов лей, 500 миллионов лей к 1 октября. Прибыль банковской системы. Год еще раз назови. 14 год. Так. К 1 октября. Более того, ни одного официального документа, который бы подтверждал, официально, mm -hmm. или Международного валютного фонда, или Мирового банка, или каких-то аудиторских организаций, серьезных наших, внутренних, mm -hmm. о том, что Молдова на грани финансового кризиса. Ничего этого не было. Наоборот, кредитование увеличилось на 12% к октябрю. Mm -hmm. Э, уве, снизились процентные ставки по коммерческим кредитам до 10%, вместо 12%, которые были на начало года. То нет? есть ребята нагнали волну да, был подглоб, была дезинформация. Подложно. Да, была mm -hmm. дезинформация. С тем, чтобы иметь основания для да. всех дальнейших чтобы, манипуляций. Да, чтобы сказать mm -hmm. всем, ребята, ну не, не, нету выхода. Вот mm -hmm. Они же так и говорили, самый единственный выход был, Ликвидировать банк декорами самый э, надежный способ, это дать ему экстренные кредиты сначала. Да. Да, экстренные кредиты, 9,5 uh -huh. миллиардов. И uh -huh. потом еще в марте еще 5 миллиардов. Э, и, и из которых на тот курс мы получаем 30, 30 тонн, золота. Тонн, тонн золота. По да, тысяч килограмм Совершенно золота уверен. по курсу того да, И времени. ведь как было сделано? Hmm. Это, таких денег, 13 миллиардов, налички у Национального банка же нет. Ему, ему не надо это. Всего-то наличность в обороте была на тот момент 17 миллиардов. Ну, представляете? Плюс, где еще 13? Зачем держать? Это, это же, не знаю, там... Гора. Был, это гора гора денег. Это два склада огромных. Записали просто на электронные счета. Электронные деньги. Ну, а как сейчас принято. Как принято. Но сделали заявку на 1 миллиард долларов, которые пригнали на самолетах, и пресса сообщала. И, и тут же их и, и, кстати, сейчас, дол сейчас, доллары сейчас. были реальные, не это цифр, уже было не это циферки. уже была наличка, да. В результате. А как они подогнали такую массу, это ж не, не несколько шутки. траншев. Сначала 300 миллионов, 200 миллионов, еще 200, потом еще 160 до марта. Месяца. То есть это грузы, которые везли Без... баксы в нашу страну? Безусловно. На... В натуре. В натуре, иначе как? Опа. Что вы переведете? Что вы переведете э, да, в те, да, в те да. же пять латвийских банков, а, а оттуда уже а -а -а. в офшор, в шотландскую фирму какую-то? А -а -а. И где она пропадает дальше? Ну вот почитаем отчет Кролл 2. То есть бабло это завозили в республику. Конечно. Вот, естественно, под нас всех, под наши, так сказать, накопленные... Нет, под цифру в 2,7 миллиардов долларов резервов валютных Молдовы. Я... А что это такое 2,7? Это расписки Федеральной резервной системы э, США. То есть они нам дают кредит, мы за этот кредит покупаем у них наполовину. Вот почему Нью-Йорк Таймс именно Конечно. удивилась. Конечно. Угу. Конечно. И в результате нам списали свою задолженность перед нами с двух и семи до 1 и семи к марту месяца. Все. То есть грубо говоря, все эти наши э, копеечки, леечки, все, что люди собирали, собирали. Да. собирали нам сначала это завезли в страну на этих джетах, <как> да. огромное и... количество реальных долларей, да. а потом эти все В виде баксы... экстренных кредитов, так называемых, да. отдали банку экономии, который, тут, ну, же вовшор, перевел, и который тут же перевел их на счета, угу. погрузили в самолет и увезли. И все уплыло. И все уплыло. Это же по-другому же никак нельзя. Раньше расчеты между государствами в слитках золота были, но теперь после... А можно в шутку так сказать? Прилетели вот эти вот баксы, несколько рейсов, да, а потом, значит, погрузили в вагон с реальным золотишком и укатила все из страны. Образно, можно так сказать? В 19 веке так и было. Сейчас по-другому. Ну, ребята, ну... Вы понимаете, конечно, глубина падения этих людей просто не имеет, не имеет никакого... Аналогов нет. Аналогов То есть Нью-Йорк Таймс да. было Как это в прессе писали, когда Лянки говорили о зарубежных консультантах. Вы что творите? Вы же грабите, Мне со... кажется, Вы Лянка... грабите собственную страну. Мне кажется, Лянка даже не осознавал, что... Он я не делает. понимал, что он делал. Он такой отличник. Я, говорит, я, говорит простой премьер-министр. Но ему, кроме Филата, никто приказать тогда не мог на тот момент. Трудно сказать. А кто? Вот в то время. Давай посмотрим. Внутреннее тщеславие. Не, ну кто-то кто же... Самовлюбленность, шпа... кто посмотрите на него. Ну кто-то шпа... же... Это с ума ты... сойти. Ты... Человек спокойно смотрит людям в глаза... По ви и по его вине сегодня проваливается абсолютно все, весь бюджет и Помнишь, все. Помнишь, как говорят, наплюй глаза божьи роса. Ну, Я да, в это такой с... версии Человек более. не понимает, они не понимают, что они Не, делают. ну хорошо, Лянка, допустим, тот не, не, не осознавал даже, что он творит. Но ведь кто-то его на это подвигнул, этот осознавал. Не только осознавал, а готовил это все. Из-под с вот. 2010 -го года. Есть, смотри, что часто получается что человек... Э я не думаю, что он на этом что-то заработал, потому да что... Да ему копейки на дали, него... это известно. Да не похоже, как да. Какие-то копейки он получил там. Да, он, он, он не хвата. Его просто взяли, знаете, вот как зиц-хозяин, лоха просто, знаете. Вот мое впечатление, вот как я Лянку воспринимаю, потому что мы ли оба, и так сказать, я неплохо знал, что творилось в МИДе, кто и что, когда был послом в Китае, вот он у меня такое впечатление Лянка производил. Вот отличничек. Что изволите? Вот с Европы приехали. О, о к нам приехало. Не все так столько. Просто. Не, не, не. Стой, стой, стой. То есть я что хочу сказать. Вот у него нет амбиций бизнесмена. Да. И хватки Николай, нет. Давайте оставим не, не, не будем не, Я не перехожу на личности. Я другое хочу показать. Я хочу показать что участвовать в таких грязных делах могут даже люди, которые сами по себе, и не бизнесмены они, и не хапалыги, потому что нифига не этого не умеют, но находясь на определенных постах, беды от них может быть ну, так так и говорят, что самая большая обеды у людей от неграмотности и от слабохарактерности. Это люди без стыда и совести, без чести и достоинства. Вы они, они не понимают, что такое раньше думая о родине, а потом о себе. Они не понимают, что когда он держал руку на Конституцию и приносил клятву, когда он целовал флаг страны, что какую ответственность он на себя брал. Для них это все пустое. Или как Филат говорил там Артуру Герману по телефону: "Тебе mm -hmm. что больше других надо?" Было такое помню. Вот вот на таком уровне у них психология. Это просто психология бандитов по-хорошему. Аферисты просто. Ты что? Они же себя этими оправдывают. Кто об этой стране думает? Они сами себя в своем кругу руби пока сегодня. Пальцуют там, все такое. А эти лохи, эти лохи там быдло, как они называют, голодранцы, нищеброды. Вот они как нас называют. За людей не да, поэтому, поэтому такие вещи не должны прощаться, иначе это будет репродуцировано. С снова 2,6 миллиарда уже накоплено, и все изменения в законы, которые они провели для... Создание видимости, законности своих действий. Это более 15, около 15 mm -hmm. изменений. Я потерял два месяца, проштудировал 1200 этих мониторов. Нет, доклад опечал. потрясающий. Доклад ну, потрясающий. Люди, люди скажут, я очень надеюсь. Я не что... знаю, я да. потрясен. Я его закончил еще три месяца, потом редактировал. Это не изменения. крол, который. Так вот... вот, что я хотел сказать, Виктор Иванович. Понимаете. Возможность повторения чрезвычайно велика. Условия, которые были созданы к 2014 году, полностью мото мод сохранены. А, и, дорогие и, соотечественники, и... Самые страшные... дорогие соотечественники, внимание, мы думаем, что идут оригардные бои. Накажут, не накажут, вернут, не вернут. Виссарион Чешуев предупреждает вас четко и ясно о другом. Он предупреждает что ничего не закончилось. История может повториться. Пожалуйста. Сто процентов. Сто процентов. Сто процентов. Риски огромные. Они абсолютно уверены в своей безнаказанности и бесконтрольности. В неспособности всех трех ветвей государственной власти на любом уровне, любого органа, любого должностного лица, вникнуть, применить власть, проявить политическую волю и хотя бы начать нормальное расследование, дать хотя бы политическую оценку, чтобы этого не произошло. Я пишу об этом там, я обращаю внимание, это чрезвычайно важный аспект. Потому что э, политика и экономика, она вот так вот. Нет Дак... ни одного решения политического, Конечно. которое бы не имело экономических последствий. И, и, наоборот. Ни, одно, и ни одно экономическое явление не, не может не определять политику. Совершенно Это наверное. абсолютно. И, поэтому, когда, и когда говорится о том, что не существует стран, которые богатые и бедные, а есть хорошо управляемые и плохо управляемые. Вот мы имеем э, страну, я вот могу сказать, преступно управляемые, а не плохо. Преступно. Клятва преступники управляют. Клелись на Конституции, целовали знамя и нагло, подло, открыто нарушали, изменяли законодательство в ущерб государственным интересам, в ущерб народу, разрушали то, что нельзя разрушать, то, что святое. И люди должны это понимать. Ни одного человека нельзя больше допускать до власти. Ни одного. Они все перечислены фамилии там. Самые главные фигуранты Нет, доклад. политические доклад у тебя я еще хочу сказать mm -hmm. вот что э, нашим уважаемым телезрителям что будет какая будет судьба каждого из нас и этого доклада и всего но поймите наша судьба в наших руках и вот все что я мог сделать для того чтобы восполнить вот этот дефицит колоссальный в перчапере э, в, в а, а, восприятии в, 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 пол всей картины то потому что до сих пор то фрагменты все анализы такие, да, да, все специалисты да, да. тоже глубоко и серьезно да. но фрагментально по верхам по ну, как, насколько скажу смотри в чем дело вот почему э, э, я пригласил тебя в студию не только потому что до трех ночи я сидел этот доклад потом утром его читал я был потрясён. Я и хотел поделиться с людьми, да, своими впечатлениями, пригласив автора этого потрясающего доклада. Мне что понравилось в твоем докладе? Никакой сенсационности, никакого политиканства, никакой бредятины всей этой чуши собачьей. Вот это, у меня такое впечатление, что вот ты как бы не только раскопал весь этот муравейник, ты не только раскопал э, по времени, в пространстве, по структурам, по связям, ты показал политэкономическую, а что такое поли, мы с тобой знаем. Это жизнь. Смотри, э, Аристотель ввел два понятия. Полития и экономия. Политику же он первый написал. Да. И по экономике, считай, тоже он первый написал. Да? И смотри, политика это власть, а экономика хозяйство. Да? Богатство там все. И вот мне очень понравилось, что ты вернулся к фундаменту того, что есть политэкономическая наука. То есть да. взаимодействие политики и власти. И не только показал эти механизмы. Ты еще вот сейчас... Дорогие соотечественники, повторяю, Чешуев вас предупреждает, что это дело еще не закончено. Нечто подобное может повториться, поскольку для этого есть все предпосылки. Я хочу предупредить еще об одном. Уважаемые соотечественники, вот только что недавно произошла информация о том, что вдруг неожиданно предложение на фондовой бирже акций взлетело до суммы в 690 миллионов лей. Что такое акции? Это свидетельство о праве на собственность. На что взлетели? На акции промышленных предприятий. Самых То разных есть акционер... акции промышленных да. предприятий нашей страны вдруг, вдруг полетели вверх. Не полетели, а предложение к продаже. Не, не, но да. тем самым... Это означает, шар это... Начинает... до сих пор было миллион, да. два, да, да, в да, течение да, да. трех-четырех лет, ага. потому что он в подавленном состоянии. А тут не шар начали надувать. И тут вдруг, это о чем говорит? Это говорит о том, что те, которые владеют капиталами, кто владеет правами собственности на предприятиях, акций которых выставлены, хотят от них избавиться. Это приведет к тому, что эти акции упадут в цене. Потом. Не сейчас, вот во время, потому что их много. А, подожди, ты имеешь в виду, стоп еще раз, чтобы и, и, ну, да. и мне было, и другим... И, понятно. Когда много товаров, он падает... Это в цене. понятно, да. предложение большое, да цель какая? Цель, цель никакой, просто они, они в панике. Они хотят смываться. То есть ты, и, и они сбрасывают. То есть, ты полагаешь, что это не задумка, а нет, просто. Нет, это это чуваки, уже увидели, по говорю, увидели, что Чуваки начинает... почувствовали жареное и решили да. смыться. Решили на бандитском смыться, жаргоне да. это звучит Решили греши, так. смыться. И, mm -hmm. Но ведь понимаете, ладно, черт с ними там, куда они убегут на земном шаре, если виноваты. Всегда можно их достать в любом месте, даже на южном берегу Северной Земли. Но. Дело вот в чем. Дело в том, что падение цены на акции приведет к падению цен на недвижимость. Падение цен на недвижимость немедленно приведет к девальвации Илея. Не к девальвации, приведет к огромным последствиям, которые не хочу сейчас рассуждать. Экономисты знают, насколько все это взаимосвязано в экономике. Это может быть еще одним серьезнейшим ударом. Ведь и вот последнее, что хотел бы обратить внимание, уважаемые телезрители. Не относитесь. Э, равнодушно равнодушно из и, и позиции, да ладно, все там о, за меня решат. О, о. Ничего без вас не решат. От вашего голоса все будет зависеть, от вашей активности. Они же в чем попрекает, например, Канду, работников народного образования, которые пришли к нему в парламент и говорят, ну да как можно жить на 1200 лей, на 1000 лей, как? Если вы нам держите вот, воспитательство в детском ну саду. Ну что, Мария Антонета, помнишь, ее спросили, Сейчас. в да, Париже я... нет хлеба, то пусть Ку -ку -ку пирожные едят. Ку -ку, спир... да, вот так и сказал. А что вы не бантуете? А что вы не бастуете? А почему мы вот ничего не знаем? Если Председатель парламента нашел виноватого в том, что страна в нищетском состоянии, подавляющее большинство, они не ведают, что они творят. Они не понимают, что такое ответственность перед страной, перед народом. Поэтому увидели, что сейчас их захватят, что их наконец-то все это вскрыто, хотят смываться и обрушат все. И будут готовы продать все. Надо быть очень внимательным. Я последнее хочу, Виктор Иванович, обратить внимание. Есть такое понятие, как моральное, как имидж, моральное, моральное состояние. Вот как было известно. Видишь, как, как да. от экономики приходит. Обязательно. Морали. Обязательно. Но когда мы с тобой идем в банк, в какой банк мы mm -hmm. идем, чтобы открыть депозит, которому доверяем. А, доверяем а что такое достойные доверие? Люди? А, да, а что такое доверие? Да, это да. эфемерное какое-то... Да. Казбалось казалось бы. Казалось бы, да. А на нем кредит, слово кредит, доверие? конечно. Ну, или, да. как, или как было, слово купца. Да. Никаких печатей. Никаких ударили по рукам слово купца. Все, мертво, выполнено будет. Долг будет выплачен, проценты, все будет сделано. То же самое вот Молдова потеряла лицо, и последствия просто трагические. Я хочу просто вспом напомнить телезрителям. То есть репутация Она страны... Была абсолютно. Просто... Вот начало 90-х годов, вся мировая пресса писала... Молдова лидер экономической реформы. Молдова проводит агрессивную приватизацию. Молдова идет вперед, предлагает важные концепции реформирования сельского хозяйства. Да, было, потом да. все профанировали, поставили крест на боновой приватизации, дискредитировали ее в конце 90-х годов, потом ликвидировали инвестфонды, и теперь мы лишились оптового звена на рынке капиталов, которое в результате подавилась. Ну и так далее. Но вдруг пришел 2001-2008 год. Вдруг Молдова стала финансово стабильной. Инвестиции достигли 820 миллионов долларов. Предел был. Это был. Рекорд. Не, надо сказать, что команда а у сейчас воро что у Воронина. сейчас команда да. сильная была. Ну вот смотрите, два у -у. человека из команды Воронина сегодня на таможне и на налоговой инспекции. Да. И посреди как работают люди. А, а, а кого привел, перевел этот альянс? Сплошные воры. Куматриш, так, нет, ну, ну, националисты Фины. по борьбе с коррупцией, он, он, же, он же не знает, кого арестовывать, у него уже мест нету. Всех надо закрывать. Всех, которые вот эти от либеральной, от либерально-демократической, они не понимают, что такое э, заботиться о превращении, о сохранности госимущества, о превращении бюджета, о превращении народного так, благосостояния. Так они туда приходят, как ловить рыбу в аквариуме. Ну, как Лазар сказал, мы что сюда, бизнес пришли делать или что? Министр экономики. серьезный, то серьезный человек. человек, Для них государственная должность ⁇ это личный бизнес. Все, чем они распоряжаются, ⁇ это их личная собственность. Иначе глубина морального падения неизмерима. Поэтому надо это очень внимательно все брать во внимание. Молдова потеряла лицо, ударила лицо в грязь. Молдова воспринимает как черную банковскую дыру. Ну, 20 миллиардов. Там российских здесь да. отмыли. И теперь украли безнаказанно. И э, без, как говорится, возмездно вот этот миллиард. Да уже не говоря... Еще резко и потерять еще. Так, как, нет, вот и... ты же предупреждал. Безусловно, безусловно. Потер... Обязательно можно потерять. Я не знаю, кто, кого они выбрали там сейчас следующие жертвы, какую банковскую структуру. Но найдут. Если мы будем равнодушны. Если не будем. Вот хотя бы вот такой вот доклад, такую передачу, митинг, и вот эти вот наши, извини меня, марионетки, я их по-другому не называю, оппозиция марионеточная. Вот им им им, значит, не нравится э, эта самая система выборов смешанная. Да хоть любая система имеет плюсы и минусы. Вы не это, если вы оппозиция, вы смотрите в корень. Ребята, а мне... если нет мозгов, так уходите не, из политики. Ребята, мне нравится, что они не, не у кормушки. Ну да. да, ну так что ж, они mm -hmm. что, ничего не предлагают. же да, Санду. Это да, не вопрос. И... Моя Санду. Вот что может предложить эта девушка? Она, насколько я помню, по аэропорту. Голосовавши, по всем этим поддержавши. это девушка, да, когда ну, бог с ней, ну, в то, что и... она начала ликвидировать интернаты, Подожди. и мы сейчас имеем 30 тысяч сейчас, беспризорников, сейчас, сейчас, сейчас. как после войны. Сейчас я об этом и хочу сказать. Да. И когда эти детишки оказались, многие на чердаках ночевали, ее это... В не... национале кололись и Её, клеем. Ее это не колыхало и не волновало. И вот сейчас эта девица собирается спасать страну. Да. Кстати, девица, которая еще и у нее низко в придачу. Да не, ну это... Ну, это... Кто да он? она, она Кошмар. Же, она же, видите, то сегодня у нее низко, завтра нет, и опять ага. то самое. Просто женщина не понимает, я не знаю, девушка она, женщина, не замужем. Не, ну это... девушки власти да. хочется, это да, видно, да. очевидно. Или Меня ее... удивляет... Ну это марионеточные все меня удивляет другое. Как да. эти братки СОПа под нее легли, кто-то ж откуда -то... О, это я не обсуждаю, Виктор Иванович. А -а -а -а. Давай, давай, давай политик. А я я совершенно не вникаю в эти нюансы. Мне это не неинтерес... Меня интересуют политэкономические Нет, мир... ты хорошо, позиция у тебя правильная. Поэтому я и говорю, мы потеряли лицо. Но, раз. Раз... Но смотрите, какие последствия. На 2017 год было запланировано 2,6 миллиарда лей, Это помощь дефициту бюджета. Пришло 5%. Потому что, правильно говорят доноры, как мы вам дадим грант, если вы все равно его украдете? Кредит, кредит это доверие, а доверия нет. Они же не дали кредит. Это же бы не кредит, да. это гранты. Кредиты еще более-менее там идут какие-то. Так и гранты не дают. А грантов не дают. Вот что, где, где. То есть они боятся потери. дальше разворуют. О чем говорит? О недоверии. Так про что и речь? Ну? И сейчас вот они хотели осенью дать деньги эти 100 миллионов Европейского союза. Но видят, что ничего не двигается. Вместо нормальной, серьезнейшей исследовательской, mm -hmm. там, следственной работы по возврату этих денег, господин Филипп создает платформу межведомственную по дискуссии о проблеме миллиарда. Ну, так ты дискутируй где хочешь. Ты создай комиссию с специальными полномочиями, найди людей, этих сам, волкодавов, следователей, которые знают, как вытащить, привести деньги. И это же никому не надо. Это же, они же сами все в, в доле там, что ли. Как по-другому это понять? Мы потеря мораль, потеряв мораль, инвестиции упали до самого низкого за 20 лет уровня. Капиталы уходят отсюда. И ничего не инвестируется. Вот они сейчас 100 тысяч лет. То есть капиталы там, не только не приходят в страну, начинают уходить. Они уходят. уходят. Ну как доверить банку свои деньги, если неизвестно, что произойдет с этим банком. Конечно. Если нет э, нормального порядка э, э, объявления банка банкротом. Через суд или по решению со собрания акционеров в 2010 году, в году впереди паровоза провели изменения, что это может сделать Национальный банк по своему усмотрению. Опа. Вот сделал по своему усмотрению ликвидировал Банк Адекономей. Почему? Банк был платежеспособен, Банк Адекономей. Ни одного существенного имущественного э, претензии к нему не было предъявлено. Было 2,8. И работал нормально. И работал нормально. Несмотря на то, что Гачкевич его гробил. Потом, что там делал Шорт с ним тоже. Но банк был настолько мощный, что его нельзя... Что он мог выстоять. Но его раздеребанили. Нет. Во-первых, я вам скажу, просто саботировали помощь государства. Усиление контроля сам Филат, сам Лянка. Все... Тот же Иоаннице. Ведь... Возможно было в начале 2013 -го года радикально вопрос решить. Всего требовалось 30 миллионов лей. Купить на фондовой бирже в открытой продаже было выставлено в общей сложности 11% акций. Всего 30 миллионов, Всего 30 миллионов. и было бы okay. И уже был uh -huh. пакет акций 65%. Uh -huh. У государства, У государства и... и рейдерский захват был бы абсолютно исключен. исключен. Этого не сделали. Не сделали. Более что... того, 200 миллионов лей. Сделал ветер, сделал видимость, mm -hmm. Филат принял на заседании правительства, что они готовы из бюджета внести. Это Филат, Филат, да. да. И у тогда говорит, мы поддержим решение, если миноритарные акционеры согласятся на А, то есть писать. я не хоть условия, понятно. Так и филат тоже самое говорит. А, тоже. Ну, ну что это такое, как это можно? Правительство не убедило там каких-то э, два этих самых, две фирмочки, обладающие общей сложностью 18 процентов, не сказать. А вы Значит не нужно. Вы, мы... вы на кого, вы на mm -hmm. кого руку поднимаете, вы на кого лаете, понимаете? И что в результате? Значит, были заинтересованы, да? чтобы отдать контроль во демом э, рейда да, Все поняли. Все, так и сделали. Э, это лицемерие, лицемерие. И безнравственность. Э, безнравственность полная. Поэтому э, вот надо читать этот доклад. Он, конечно, Давай это я открыт, скажу, для не критики, да, открыт для критики. Давай это я для критики. Наше но... время, к сожалению, стекло. И об этом, во-первых, я тебе... Очень хочу благодарить за этот доклад. Это огромная работа. Я я прикинул, сколько ты пахал над ним. Видно не один год. Материалы, да, материал там собирал все. года четыре, а работал Вот и, и поэтому в 6. позволь мне поблагодарить тебя и под конец передачи сказать следующее, дорогие соотечественники. Давно сказано мудрыми: знание сила, знание сила на самом деле мощнейшее, может быть, порождение ума человеческого. А для того, чтобы что-то знать, надо читать. Не слухи, не болтовню, а надо читать вдумчиво. Поэтому всем рекомендую, прочитайте на Яньюз e МД доклад Виссариона Чешуева. Политэкономический доклад с высокой точки зрения, с массой документации, точнейшей проработкой и, на мой взгляд, очень убедительными выводами. Потому что Чешуев предупреждает, этот случай с может повториться. История часто повторяется, иногда говорят в виде фарса, а чаще всего в виде трагедии. Как говорил Юлий Случик, люди будьте бдительны. Я любил вас, вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич.